Всем привет! Планы на будущее помогают нам, людям, двигаться к своей цели и расставлять свои приоритеты. Но стоит ли рассказывать о своих замыслах друзьям или коллегам? Давайте я объясню, почему хвастаться своими нереализованными планами – это очень плохая идея. Психологи начали это изучать и выявили, что люди, которые вслух делились о своих планах, предпринимали меньше усилий для их реализации. Представьте, вы изложили идеи, которые связаны с вашими личными амбициями, и получаете публичное вербальное одобрение. Исследователи считают, что это принесет вам удовлетворение и отчасти снизит вашу мотивацию. Наш мозг так устроен, что получив поощрение, он дает сигнал о выполнении миссии, а значит можно расслабиться и растянуть приятные ощущения, а не нагружать себя заботами. Так что не ищите награды раньше времени. Похвала может касаться человека, а может относиться к методу работы. А это значит, что похвала человеку действует менее мотивирующе, чем похвала методу. Когда подчеркивают успехи в деятельности, это способствует повышению внутренней мотивации, а также уверенности в своих навыках. В свою очередь, это влияет на продуктивность и работу на результат. Публичные заявления могут стимулировать не только положительные комментарии, но и критику. Умеете ли вы относиться с умом к критике? Потому что как и похвала, так и критика влияют на процесс выполнения задачи. Относительно поощрения, похвала делится на две составляющие. Первое, если человека хвалят за целеустремленность и идею, это повышает мотивацию. И второе, если же комментарии касаются уже достигнутого, то это снижает мотивацию. Что касается негативной реакции, результаты довольно неутешительны. Критика снижает готовность к достижению цели. Выходит, что работать в тишине и не оглядываясь на чужое мнение – это лучший способ сохранить продуктивный настрой, а также уверенно идти навстречу своим желаниям. Поэтому, если у вас есть какая-то цель, то не обращайте внимания на критику и похвалу других людей со стороны, а уверенно идите к своей цели. И тогда точно у вас будет все хорошо и все получится. Успехов!